Чтобы предотвратить вспышку вируса и укрепить иммунитет, краевые специалисты советуют прививаться. Прививочная кампания стартовала в конце августа. За несколько недель вакцину поставили около 300 тысяч человек. Это 14% населения региона. Всего планируется в этом году привить за счет федерального бюджета 1 064 000 человека. То есть мы планируем охватить 45% населения. В Минздраве напомнили, что перед прививкой пациент должен пройти осмотр у терапевта, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. По словам специалистов, вокруг прививочной кампании ходит много мифов. Идет такое временное совпадение, идет прививочная кампания и идет подъем заболеваемости. Некоторые родители связывают это с вакциной, что абсолютно неверно. То есть сама вакцина не вызывает заболевания. Прививочная кампания продлится до конца октября. Бесплатно поставить прививку могут работники сферы образования, транспорта, медицины, а также дети, студенты и люди старше 60 лет. Остальные категории за свой счет. Отечественная вакцина стоит порядка 300 рублей, зарубежная – около 600 рублей. Ирина Корчагина, Николай Шилко. Наши новости.